Педаль эффектов Wah-Wah Ibanez VH10 V2 является классической квакушкой. Зарекомендовала себя среди таких гитаристов, как Джон Фрущанте, Амар Родригес Лопес, Джош Клингофер. Данная педаль – это переиздание, модифицированное легендарным производителем Ibanez и теперь имеет прочный литой металлический корпус. Педаль эффекта позволит регулировать глубину эффекта в диапазоне от плюс 6 дБ до плюс 12 дБ. Выход для необработанного сигнала модели обеспечит возможность смешивать его с обработанным сигналом в необходимой пропорциональности. Эффекты данной педали можно назвать уникальным и отличающимся от прочих педалей с вау-эффектом. Частотный диапазон устанавливается с помощью переключателя Guitar Bass. Для гитары частотный диапазон составляет 350 Гц-2,2 кГц, в то время как для бас-гитары 175 Гц-1,1 кГц. Питание педали осуществляется от 9-вольтовой батареи или от блока питания AC509. Thank you.